Доброе утро, ребятки. Ну что, мы вышли на улицу с Витей. И все наши планы рухнули. Планы по поводу того, что снега действительно нет. Его за ночь раздуло ветром. Коврики не удается почистить. Ну на чем чистить, сами посмотрите. То есть, реально затоптано и ветром раздуло даже. Да, и снег серый, это самое, траву видно. То есть, не на чем чистить. Поэтому скупились. А, варится бульончик. Мы ж разделали качечку. Качечка. Бульончик почти уже сварен. Это будет тушиться в мультиварке, чтобы нам было на неделю кушать. Ну, не на неделю, на дня три. По кусочку брать до какой-то кашки или пюрешки. Это буду делать с... Творог достала с морозилки. Куда-то уезжали, творог оставался. Думаю, его лучше заморозить. И сделаю сегодня сырничков горяченьких. С утра Витя, пока я там делала свои дела, Витя сделал мне тесточко. У него руки сильные. Тесто будет у нас суп с лапшой. Лапша. Домашняя лапшичка. Нарежем. И будет вкусняшка. Ловшина. Лена, дуже любит. Я не люблю кажу, это ловшина. Слово. Вот. Степан делает проверку покупок. Мы буквально зашли. В доме не оказалось морковки. Мы пошли за морковкой. Но... А походом еще взяли. Витя, помните, делал вкусняшку, орешки с шоколадом? Мы сегодня будем на десерт, на ужин будем романтик. Будет мороженка с вот той так, штучкой. Я его так здравствуйте. С вот той штучкой будем делать мороженка. Да, Витя? Что ты делал с шоколадом, с орешками? Все будет, будем делать, да. И будет красивенно. Витя оденет фартушек, накроет. Не, фартук я не буду. Не? А я люблю тебя, фартушки. Я разделюсь. О, ужас. Так, значит, чай в акции купили, чай заканчивается. Ну, я его беру. Тут нет просто ниточек на этих пакетиках. Обычные пакетики без ниточек. То есть, вот. Потом купила муки кукурузной. Сегодня буду делать хлеб. Закончилась мука. Вот. Вкусняшки купила. По-корейски брокколи, по-корейски спаржа. Юлин видео смотрела, вчерашнее видео Юлина, мне захотелось ужасно рыбки. Я что же по рыбке? Я купила этой самой хамсычки сухого посола. Мы ее всегда, я ее всегда перечищаю, ложу в судочек в холодильник, да, и мы ее нет, и кигаем. Да, маслечко. Мыло дома закончилось, купила мыло. Ну вот и сходили по морковку. В ВТБ всегда действительно хорошая морковь. Всего лишь по 6,39. А вчера я была в сельпо, там, вялая, ужасная, поломанная, никакушка, короче. Ну, свекла должна быть всегда в доме, потому что я вот недавно подварила, новую уже свежую взяли. Ферри закончилась. Все, и будем сейчас варить супчик. Вот, Витя готовит свою программку, я свою. И будем субботнее утро. Сейчас спою. Вот так. Все, ребятки, все, будем снимать. Сегодня прошлись по улице, по рынку, зашли в магазины, скупились. Леночка показывала. Конфетки, бараночки видели. Идем, конфеты. Гимназистов не видно. Гимназистов не видно, да. Хотя присмотреться есть. Песня, помните, многие помнят ее именно. Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные. Мне пришлось служить, я в Подмосковье служил, далекое, близкое время. Мы строили Олимпиаду, нас призвали, Олимпиада 80 было, да. Сейчас у меня там родственники живут. И хорошие воспоминания именно что молодости. Как ностальгия. Москва златоглавая, звон колоколов, царь-пушка державная, аромат пирогов, конфетки, бараночки, словно лебеди с
саночки, ох, вы кони залетные, слышно песнь о лучках, гимназисты румяные, от мороза чутьяные, грациозно сбиваю рифмы стих с каблучка. Помню тройку далую, спешки дальних зарниц, твою косу сталую, трепет длинных ресниц. Конфетки бараночки, темно лебеди саночки, ох, вы кони залетные, слышно песнь о лучках. Грациозно сбиваю рифмы стих с облучка. Все прошло, все мчалось, непросветную даль. Ничего не осталось, лишь тоска да печаль. Конфетки, бараночки, словно лебеди саночки, ох, вы кони залетные, слышно песнь об лучках, гимназистки румяные, от мороза чутьяные, грациозно сбиваю рыбный сек с каблучка, гимназистки румяные, грациозно сбиваю рыхлый стих с каблучка. Вот такие песни были, задорные. Вот представляете, Витя тут поет, а я перед ним выкобениваюсь. Как можно под эту песню... Под танцовочка, веселить душу, да, да. Как можно не танцевать? Они ж ноги сами в пляс идут, согласись. Ноги-то сами в пляс идут, ребятки, да? Какие песни, какие задорные слова, какие, ну, стояла на балконе, думаю, не буду мешать, не буду. А потом зашла, думаю, да в конце концов, вот так. Представить кони, тройка, сейчас коней немає, не бачишь лошадей даже, боже. Задали тон себе на целый день, хорошее настроение, веселье, радость. Суббота. Я пошла варить супчик, все. Мы не прощаемся. Это снова я. Начинаю готовить. В общем, что, бульон-то у меня готов, а так как мы морковки не кинули, кинули только лавровый листик и лучок, а морковка сейчас туда пойдет. И бульончик чуть-чуть еще доварится, а пока он будет вариться, я порежу макаронки. Вот такими я люблю тоненькими. Лапшу, Леночка. Лапшу, Витя, макаронки, лапшу, да. Лапшу, домашнюю лапшичку. Макароны это одно просто яйцо, продувать надо. Круглый. Одно яйцо, мука, соль и все. Сейчас я нарежу. Тонко не буду резать. Все-таки, действительно, когда лапша в супе, она должна такая быть, знаете. Сейчас будем резать и будем видеть размерчик. А Витя пока мне чистит картошечку. Бульончик я включила, потому что мы уходили, я выключила. Это у нас качечка, уточка. В общем, там у меня крылышки, пупочек, шейка, такое. Хребет срезала, а мяско потушим. Мультиварку после обеда поставим. И она в течение 40 минут... Скороварка. Да, мультиварка, скороварка. И за 40 минут она приготовится. Это и богато, сумма. Да, а, за счет давления там 20 минут. Тушение мы поставим, программу она быстрее, чем 40 минут. А, за счет вот давления. Такими крупными брусочками. Потом Витя любит вареную морковь. Я не очень, скажем так. Но поем я. Она даст цвет, аромат. Все, и будем делать лапшичку. Так.
Видите, взяла морковку, а сама думаю, ну и что, сейчас буду хрустеть. Ну, буду хрустеть, а что ж. Чуть-чуть похрустим. Витя туго-туго сделал тесточко. Туго-туго. Сейчас. И будем катать. И на бок, ребятки, мы тоже решили, ну что, хоть я и боролась вчера с собой, при любой погоде пойдем. Но мы так решили, что здоровье дороже. И в принципе, не, хотя бы был бы снег, а так его, ну, поддувало настолько за ночь, что, ну, он серый, он и землю даже видно из-под снега. Поэтому решили, не, нам и дома есть что поделать. И сырнички сегодня, и супчик, и мясо потушить, и, ну, в общем, много дел. Полы вчера ведь омыл, поэтому думаем, ну, что эти коврики тягать, если действительно, ну, не радует то, что землю принесем на коврах домой. И вот так. Кожик надо потоньше. Обязательно. Угу. Надо было два не наробить. Я сейчас сделаю трубочку, и все будет нормально. Дело в том, что вот я опять под воздействием этой музыки, этой песни. Прикольно, правда? Конфетки, бараночки. Весело. Веселушная песенка. Витюш, я разберусь, солнце, ты чисти там картошку. Да мелочь будет. Я сама. Попробую ее раскатать долго. Знаете, когда две хозяйки на кухне, оно... Если бы мне было плохо, два специалиста, да. Да, если бы мне было тяжело, я бы сделала давно два. Мне нормально. Порох в пороховницах. Дальше есть там дальше слова, но я же их не буду казать, правда? Эх, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины. Ох, вы кони мои, кони. Ох, вы пешки да слоны. А кто ее пел? Высоцкий. Угу. Желтенький, красивенький кожа получился. Тишина, что-то, Ивановна. Тишина, я нам ж дышу. Полицейские не надо, чтобы рождались ноги. И так много очень. Я ж дышу. А дышишь, оно ж дыхание. Хух, хух. Даже сегодня и базара, кстати, нет. Вы знаете, ну как, мясники, нет, женщина это с мясом стоит, но она каждодневная. Когда-то она начинала торговать. Как же ее зовут? Ну, не суть важна. Я к ней... Хотя я ее давно знала, что занимается она мясом, все. Ну, думаю, ну мало ли, вдруг что-то изменилось. Я говорю, мясо ваше? Да! Но когда я поняла, что она каждый день и с разными... Сало у нее однажды было вот такого размера. Представляете? Думаю, о, мутант. И я поняла, так что... Ну, человек скупает мясо по дворам, как это делается везде и всюду, но... Я, мы у нее не берем, потому что и обработано оно не очень хорошо, скажем так. А я доверяю, когда чистое мясо, чистое сало, без крови, потому что это так должно быть. Вот, теперь эти колбаски мы режем на вот такие вот. Чистое дно, Лена, вот на чем вы взращенные, вот что главное. Что она кушала? Это свинка. Да, чисто это можно помыть. Не следить. А вот... Так, бульончик подкипает, закипает. Сейчас я сделаю лапшу и будем варить обед. Все, теперь мы вот так раскрутим эти красотульки. Подсушим.
Зажарку в этот суп я не делаю, потому что ну, он же на потрошках. Да. Он и так сам по себе, скажем так. Лучок там варился. Очень много, прям мелких штучек, 6 луковиц. Ну как мелких, вот таких. У меня есть специально мелко отогран для того, чтобы кидать в бульоны. А крупным мы пользуемся для зажарки. Кардиночка вот такой есть. Толщины. Все, Витюшка мне как-то приготовил. Подошла. Сейчас будем отправлять ее в моечку. Картошку на перерезочку. Все, ребятки, лапша готова. Все, пошла варить суп. Выключаюсь, потом дальше будет.